Да. Мы коллеги, работаем в театре «Балтийский дом». И вот однажды Валечка заходит ко мне, гребёрная, и говорит: «У меня есть к вам предложение». И говорит, и предлагает сняться в картине. И говорит о том, что это о балете. Когда я услышала, что о балете, я, конечно, с большим удовольствием и с большим желанием согласилась. О чем абсолютно не жалею. И вы знаете, вот правильно сейчас вы сказали, замечательно. Это удивительный человек. Ну, мы вместе работаем в театре, я знаю характер, все. Я смотрю, совершенно другой человек. Деловой. Понимает абсолютно, что, куда кадр. Так, сюда, нет, свет оттуда, нет, вы сюда. Я смотрю, Валечка совершенно другая. Я думаю, вот режиссер, действительно режиссер, который говорит прекрасно, молодое поколение, которое, я думаю, безусловно, продолжит свой творческий путь. Алёшенька, я очень рада, что я сегодня здесь. Я ведь тоже ничего не видел, я не знаю, я жутко волнуюсь. Я только озвучивал только. А так я ничего не видел, поэтому я волнуюсь так же, как и вся группа. Всех поздравляю, всем спасибо большое. Атмосфера была чудесная, внимание замечательное. Так что я всех вас поздравляю, всех вас люблю. Всех узнала, всех вижу, все хорошо. Ура, ура, ура. Все. Фотографию давайте. Да, друзья, фотографии.